Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка суттєво змінила картину сучасної Європи, а саме про реформацію. В цьому році вся Україна святкує 500-річчя цієї події. І в нас в гостях Дмитро Цегельський, голова громадської організації Миколаївського обласного центру німецької культури. Ангеліна Шардет, президент Асоціації німців України та член президії Ради німців України. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Пане Дмитро, одразу розкажіть, будь ласка, що ж такого важливого для тих, можливо, хто не чув або хто не знає, що відбулося в 1517 році? Совершенно вірно. 500 років назад почалась реформація в Європі. Событие, которое коренным образом изменило картину Европы и во многом сделало Европу той Европой, которую мы знаем сегодня. Реформация началась как религиозное движение, но едва ли можно назвать его чисто религиозным движением, потому что она стала и общественно-политическим, и социальным, и экономическим движением. Началась она действительно 500 лет назад, а если точнее сказать, 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер, священник и монах, закрепил на воротах Виттенбергского собора свои знаменитые 95 тезисов, которые, скажем так, критиковали действующую католическую римскую церковь, обвинял Мартин Лютер их в, как мы это сегодня называем, коррупции, в том, что всю власть захватил Папа Римский, что занимается католическая церковь продажей индульгенций, когда можно было за деньги, причем за очень конкретные суммы, откупиться от грехов, и за конкретные суммы можно было не попасть в ад и так дальше. То есть как бы, такие действия, которые, естественно, никак не могли найти отражение ни в Библии, ни вообще в каком-то здравом смысле, честно говоря. Поэтому Мартин Лютер, хотя он сам был католиком, тем не менее, он решил очистить и не мог хранить молчание, когда начались такие серьезные злоупотребления. Вот. Он был в Риме, и он был очень неприятно удивлен, что творится в Ватикане, и решил в Германии, во всяком случае, начать движение, скажем так, по очищению веры христианской от таких вот некрасивых явлений, которые появились в церкви. Конечно, это было начало, но мы не можем сказать, что Мартин Лютер и начал это движение один, и все упирается только в его фигуру. Естественно, были предпосылки исторические и социальные движения реформации, потому что часть дворянства немецкого, и причем довольно большая часть дворянства, поддержали Лютера. Поддержали, потому что, опять-таки, это явление было и политическим, и экономическим, потому что им тоже не хотелось быть под властью римского папы, и они хотели тоже отделиться от него. Словом, движение набирало силу и мощь уже вне зависимости от влияния Лютера. Он начал его, конечно, да, он был его идейным вдохновителем, но это был не только Лютер, конечно же. Мы сегодня можем сказать, что результатом реформации стали появление таких движений в церкви, как лютеранство, это кальвинизм и англиканство. Это как результат реформации. То есть появились вот такие протестантские церкви. Все остальные, появившиеся после направлений, не являются чисто реформаторскими. К слову сказать, Лютер никакой лютеранскую церковь не основал. Он бы сам очень удивился, если бы ему сказали, что он основал какую-то лютеранскую церковь. Само название лютеранская церковь появилось лет через 50 после уже смерти Лютера. А вообще церковь называется евангелическая. То есть, опять-таки, он хотел вернуться к истокам, к Евангелию, к Библии. К слову сказать, огромная заслуга Мартина Лютера в том, что он сделал перевод Библии на немецкий язык. Потому что раньше все службы велись исключительно на латыни, люди латынь очень плохо понимали, конечно, да, вот, и не знали точно содержание Библии. Мартин Лютер хотел, чтобы люди знали, о чем написано в Священном Писании, и сделал перевод Библии. В этом его огромнейшая заслуга, на литературный немецкий язык. В каком-то смысле можно назвать Мартина Лютера как основателем немецкой нации, как единого
образование, потому что мы знаем, что Германия была в состоянии феодальной раздробленности, было множество княжеств, и вот единый литературный немецкий язык во многом заслуга Мартина Лютера. Говоря о реформации, нельзя упомянуть о его предшественниках, о предшественниках реформации. Конечно же, и в других странах были тоже свои предшественники, мы не должны забывать о... Во-первых, Джонни Уиклиф, это английский реформатор, который жил за 100 лет до Мартина Лютера, и который тоже, кстати говоря, сделал перевод на английский язык Библии. Это был профессор Оксфордского университета. О Яне Гусе, многие знают его. Ян Гус, это тоже большой реформатор в Чехии, конечно, но он жил тоже за 100 лет до Мартина Лютера. Мы знаем, как с ним обошлась церковь, его сожгли на костре. Живем. Вот. Ну, в общем-то, в ту жестокую эпоху это была достаточно распространенная такая казнь для всех, кто не согласен с чем-то и как-то критикует Папу Римского. Вот. Ну, конечно... Если до нашего события вернуться, вот как вообще повлияло, вот, в частности, на Украину? Ну, хотя, я знаю, это тяжелый вопрос, конечно. Да, мы в этом году отмечаем 500 лет реформации, потому что, ну, понимаете, такие религиозные вопросы, они, в общем-то, достаточно личные, и у каждого своя вера, у каждого свои какие-то религиозные предпочтения, но мы все-таки должны знать о реформации как о явлении общественно-политическом, религиозном, вообще знать, что это такое, хотя бы знать вообще, что такое событие было. Тем более, что реформация оказала огромнейшее влияние не только на Европу, да, но и на, допустим, Соединенные Штаты Америки, в которой большое значение имеют протестантские церкви. Фактически это продукт реформации. Протестантские церкви, допустим, тех же США, это продукт реформации, которая учила о том, что человек имеет право свободно читать Библию и трактовать ее, что еще более важно, и трактовать ее, не просто полагаться на мнение церкви, но и понимать Библию, как он хочет. Особенно это нашло яркое выражение у Жана Кальвина, допустим, потому что Мартин Лютер, надо тоже это отметить, не только был идеологом реформации, но были и другие представители, причем была борьба не только с римской церковью, но и внутри самого реформаторского движения, потому что Мартин Лютер зачастую останавливал слишком уж рьяных реформаторов, которые доходили до того, что хотели разрушать перебор церкви, да, что, мол, даже они вообще не нужны, он уже даже их останавливал, это тоже нужно знать. Например, тот же Томас Мюнцер, он тоже достаточно широко известен, который со своим таким, знаете, эсхатологическим подходом к восприятию христианства, вот он стремился вообще все уничтожить полностью. Учение христианства должно быть совершенно в чистом виде, без священников, без церкви, вообще вот вернуться на самое начало христианства. Ну, в общем-то, такие перегибы тоже были, поэтому вот этот спектр всех исторических, социальных, экономических аспектов нужно знать, потому что нам будут понятнее современные процессы, происходящие в Европе и в мире не только церкви, но и общественно-политические процессы тоже. Ну, а что касается Украины, я же говорю, потому что я считаю, что очень важно знать, тем более, что мы, наша страна ориентируется на Европу, и знать европейскую историю, ну, мне кажется, нужно. Тем более, эти страны находятся совершенно недалеко от нас. Почему нет? И насколько я знаю, что в Николаеве тоже уже отпраздновали практически эти события. Да, совершенно верно. Что это был за праздник и как его вообще планировали, как он получился? Да, да, да. Это мероприятие у нас прошло в Николаевском областном художественном музее имени Верещагина 23 июня, которое включало лекцию о реформации, посвященную Мартину Лютеру, и выставку картин «Кирхи Украины», написанной этническим немцем, художником Гарри Руфом. Вот. То есть вы не случайно выбрали это? Конечно, конечно, конечно. И я хочу сказать огромное спасибо руководству музея Верещагина и Сергею Николаевичу Рослякову лично, который тоже принимает самое активное участие в работе нашей организации и подготовке и выставки, и многих мероприятий нашей организации. Вот.
Еще немножечко о событии, что, о чем рассказывать вот на лекции, или это была в основном только история? Это была лекция, которая охватывала многие аспекты. Вообще название лекции «500-летие реформации. Исторические, философские, религиозные, этнопсихологические, этнокультурные аспекты». То есть я постарался в своей лекции максимально охватить весь спектр этого явления, не только упираться в личность даже самого Мартина Лютера. Да, он идеолог, да, он начал, но не он один. И какая была общая картина в Европе на тот момент, и к чему привела реформация, и как реформация повлияла на состояние религиозной картины мира христианского на сегодняшний день. Ангелина, а что вы думаете вообще об этом событии и, в частности, о том, как прошло мероприятие? Добрый день. Мне очень приятно, что вы нас пригласили. Мы не первый раз в этой студии, потому что Николаевский областной центр немецкой культуры – один из ведущих в Украине центров, который является основоположником многих новых проектов, которые выигрывают гранты, который является уже многие годы прекрасным партнером для нашей немецкой стороны и нашей общественной организации. Мне очень приятно, что я сама житель, коренной житель Николаева, но так сложилось, что мне сейчас приходится очень много ездить по Украине. И видеть даже, как проходят мероприятия, посвященные 500-летию в разных городах. Могу сказать, как человек, который провел и много мероприятий, николаевские мероприятия отличаются профессионализмом. Это подход к каждому мероприятию, к которому мы подходим, это берется база историческая, политическая. Я не беру только это мероприятие, я говорю вообще о центре нашем и о той работе, которую проводит Николаевский центр немецкой культуры. Вот. Более того, понимаете, сам в поле не воин. Хочется сказать, что действительно благодаря Сергею Николаевичу у нас совместно проходит очень много интересных проектов. В частности, если говорить о этом мероприятии, надо сказать, кто посетил это мероприятие. Ведь нам важно знать, для кого мы это все делаем. Потому что если мы сделали для себя, для своего центра, и роль центра немецкой культуры – это не только для этнических немцев работать и говорить что-то им, а роль нашей организации – нести культуру в массы, так как это положено для того, чтобы люди знали о немцах, о этнических немцах, потому что вы знаете, что история была очень жестока к этническим немцам, и если говорить о даже сейчас о многих восприятиях людей, то восприятие немцев с фашистами это еще до сих пор неискоренимо. Поэтому наша цель вот посредством многих мероприятий говорить о нашей культуре, истории, традициях и языке. В период, когда проходило это мероприятие, был очень важный всеукраинский социальный проект, на котором присутствовали, который организовывала Ассоциация немцев Украины под эгидой Совета немцев. И у нас здесь, в санатории Ингул, который тоже является нашим партнером уже почти два десятилетия, в рамках этого проекта были люди, дети-инвалиды, инвалиды и пожилые люди, и школа третьего возраста. И вот весь зал, это были со всех уголков Украины, из запада, из востока, юга, даже были из Донецка, к сожалению, из Крыма в этот раз не были люди, но только по причине здоровья, а не по каким-то политическим вопросам. И вот полный зал людей, которые, несмотря на то, что это старшие люди, но многие тоже, вы знаете, жизнь настолько сложна, что, ну, реформация, да, а еще указ президента, 500 лет, и что же это? И симбиоз лекции Дмитрия Анатольевича с потрясающей выставкой, единственным аналогом выставки на сегодняшний день, я могу сказать, «Кирхи Украины», а эта выставка очень символично, потому что, зная уже о мероприятии, которое будет в этом году, мы готовились за полтора года. И Гарри Вильгельмович Руф, он, несмотря на то, что он сам макеевский, он является членом нашего центра немецкой культуры. Он 31-го года рождения, он трудоармеец. Для многих непонятно, что такое трудоармеец. Это в то военное годы, когда ссылали этнических немцев, только потому, что указом Сталина в 41-м году было сказано, что все немцы являются врагами и шпионами. Вот практически большая часть населения немецкого были сосланы в Казахстан и в далекие, как говорится, сибирские лагеря.
они назывались трударми. Так вот, он написал уникальную коллекцию. 14 картин – это кирхи Украины. В основном это действующие кирхи и две восстановленные по эскизам. Я могу сказать, что эта выставка в феврале 16 года в посольстве Украины в Германии, мы представляли ее, где было очень высокое представительство как со стороны Министерства культуры Украины и Министерства внутренних дел Германии. Она получила не просто высокую оценку, а действительно этнические немцы не только Николаева, а нашей Украины, мы будем так говорить, выступили достойными партнерами и теми людьми, которые чтят традиции, европейские традиции. Это было не на словах. Понимаете, это был, это был такой фурор, потому что и Гарри Вильгельмович, он жив. И он тоже был с нами, вы знаете, это было просто вот именно такое вот эйфорическое событие, которое, я могу сказать, что повлияло даже на ход пятой межправкомиссии, которая сейчас работает в позитивном смысле, потому что, несмотря на то, что мы проводим вот такого плана мероприятия, мне бы хотелось сказать о том, что и Совет Немцев, и Ассоциация в Украине сейчас проводит очень большую работу, готовится к съезду 6-му немцев. Это у нас будет, наверное, с вами отдельная передача, потому что много говорить можно. Но я бы хотела сказать, что в этом году не только 500 лет, это такая серьезная дата. Каждый год Совет Немцев у нас есть какая-то приоритетная дата или событие, к которому мы готовимся. Вот следующий год будет у нас год немецкого языка в Украине, уже все об этом знают, да. А этот год для нас, это нас такой праздник, это немцы при Черноморье. Это очень большая тема, на которую мы тоже с вами сможем поговорить. И вот сейчас совместно с Сергеем Николаевичем мы готовим тоже огромную большую выставку. Надо сказать, что Дмитрий Анатольевич совместно с нашим центром, уже мы тоже готовимся больше года, mm-hmm. потому что по нашим колониям для молодежи мы организовывали это культурные такие экспедиции, где они могли соприкоснуться с этой культурой, где они видели разрушенные памятники. В Катаринах вот, может быть, Дмитрий расскажет, что будет тоже выигранный грант, это реформация, это еще никто не делал, то есть день немецкого колониста в костюмах. Понимаете, у нас в центре люди, которые не обязательно этнические немцы, вот все, кто работает у нас в центре, это люди, которые безумно любят свою страну, Украину. И в первую очередь считаются беззаконно послушными гражданами Украины. Но мы хотим сказать и мы хотим показать о том, насколько разноплановая наша страна, многонациональная. И если наши вот культуры будут уважать друг друга, тогда и мир в стране будет, я так считаю. Насколько я понимаю, мероприятие еще самое главное, оно еще впереди, когда будет оно, и откуда люди узнают? Ну, мы будем его информировать. О реконструкции, да, ну, мы уже начинаем рассказывать, в общем-то, в каких-то передачах, и, в общем-то, достаточно мы уже ведем информационную работу, конечно. Вот, ну, что это за событие, в двух словах буквально, во второй половине сентября в селе Катериновка Николаевской области совсем планируется проведение, ну, в общем-то, да, через два месяца, да, вот, мы запланировали проведение реконструкции. Реконструкции никто еще никогда на Украине не проводил вообще, то есть, пользуясь тем, что есть такой уникальный музей, усадьба колониста, сохранившаяся, который создан абсолютно благодаря инициативе и энтузиазму Нины Ивановны Денисюк, которая своими силами собрала экспонаты в этом музее. Вот. И все сохранено так, как это было при жизни немецких колонистов. Костюмы, одежда, утварь, подвалы, машинки Зингер. Ну вот абсолютно вся обстановка, вся утварь, все сохранено, как оно было. И наша задача привлечь внимание общественности к этому уникальному музею. Мы хотим воссоздать, опять-таки в связи с 200-летием, создание села Катерининталь, тогда она так называлась Катерининталь, сегодня это Катериновка, 200 лет этой колонии. И мы хотим вот
посвятить эту реконструкцию вот этому 200-летию. Как мы это будем проводить, вы увидите. Это, я думаю, будет очень интересно. Мы приглашаем телевидение, другие средства массовой информации осветить это событие. Пока еще конкретной даты нет. Вот пока нет, конкретной даты нет, еще время как бы есть, и нужно согласовать все. Но мы можем сказать, что это будет вторая половина сентября. То есть следите за афишами. Да, следите за афишами, время еще есть. Вот, но вот по датам так. Основная работа, насколько я понимаю, уже сделана, то есть уже практически все есть, уже шлифуете. Шлифуем, конечно, да. Шлифуем, а если вот да. Хоть немножечко приоткрыть завесу, что будет? Что будет? Ну, планируется так. Мы, как явствует из названия, один день жизни немецкого колониста. То есть участники будут одеты в немецкие национальные костюмы, будут исполнять немецкие песни, немецкие танцы, будет немецкая кухня. Использование сельскохозяйственного инвентаря, которым пользовались немецкие колонисты, рассказ об истории поселения, вот, я думаю, будет и интересно. То есть мы немножечко, это же реконструкция, то есть мы возвращаемся так, как жили колонисты 200 лет назад. И очень бы хотелось, вы уже немножко затронули за то, кто вам помогает, с кем вы сотрудничаете, но хотелось бы вот отдельный вопрос уделить именно этим людям, этим организациям, вот в том числе и музей, потому что, насколько я знаю, у вас даже юбилей в этом году, да? С музеем, да, 10 лет. С музеем 10 лет, да. Вы хотите сказать, кто в Николаеве нам помогает? Да, В Николаеве. Ну, вы знаете, так сложилась история, что с 96-го года, начиная с организацией Центра немецкой культуры. Вначале это было музыкальное училище наше. Я по профессии педагог. В то время мы совместно работали с Анатолием Архиповичем. По сей день мы помогаем друг другу. Мы просто не находимся там, но это один из таких базовых наших партнеров, потому что в 96-м году первый съезд немцев Украины открывал камерный оркестр нашего музыкального училища. Это тоже очень знаково. Санаторий «Ингул» у нас там находится и офис уже на протяжении многих лет. И, вы знаете, хочется отметить весь административный персонал, администрацию санатория, потому что мы имеем пользоваться возможностью и залом, и услуги медицинские получить. Но самое главное, мы проводим там огромное количество мероприятий всеукраинского масштаба, оздоровительные социальные проекты. Проекты, которые проводятся не только центром, не только для Николаева, а для этнических немцев всей Украины. И уже очень много социальных проектов, которые проведены для пожилых немцев, это были и для детей. Вот сейчас, не знаю, ассоциация выиграла турнир по футболу, и в Николаеве мы еще ни разу не проводили такое всеукраинское мероприятие. Если мы найдем новых партнеров, которые смогут нам помочь, то было бы хорошо. С нашей администрацией мы имеем, с нашим отделом тоже. Это. И, безусловно, сейчас, вот, может быть, Дмитрий скажет, мы начали контактировать с библиотекой. Сейчас у нас еще тоже наладились партнерские отношения. Это тоже наша партнерская организация. Это Центральная городская библиотека имени Кропивницкого. Вот с ними тоже мы проводим совместные мероприятия. В частности, вот в марте месяце там была премьера нашего детского немецкого театра. Кукольного. Кукольного театра, да. Дидрайн Кляйн Швайнхен, «Три поросенка» на немецком языке. Мне, думаю, было очень интересно. Да. И все-таки наш эфир начался с того, что мы разговаривали о реформации. Хотелось бы задать вот такой вопрос, поскольку времени уже не так много. Насколько важно помнить вообще и отмечать это событие в нашем современном мире? В нашем современном мире как раз вот нужно ориентироваться очень хорошо и желательно быть эрудированным и знать и о исторических событиях своей страны, европейских событиях, да и в целом мировых событиях тоже. Потому что чем больше мы знаем историю, тем глубже мы понимаем идущие сегодня исторические процессы. Вот, в нашем таком непростом, почему скажем это так, случилось, да? Почему это случилось, да, потому что многие люди, может быть, даже просто и не слышали никакой реформации, но я считаю, что, мне кажется, каждый, в общем-то,
Человек должен, да, так скажем, да, он должен знать хотя бы какие-то основы, основы реформации. Ну, во всяком случае, кто-то что-то слышал о каких-то других, каких-то протестантских церквях. Но что это, к чему это, откуда оно? Вот это все началось 500 лет назад. А вот именно это событие определило сегодняшнюю во многом, так скажем, ну вот, христианскую картину мира. Будем так считать, христианскими все вот церкви на сегодняшний день существующие, да, в той или иной мере, но вот они все, вот эти протестантские церкви, и лютеранская церковь, и кальвинистская, и англиканская, и множество других западных церквей, возникших из западной ветви христианства, из католической церкви, которая тоже сохранила свои позиции, и плюс все протестантские церкви, ну и восточная ветвь православия тоже. Вот так в цілому виглядить ця картина. Не можу відповідати за всіх миколаївців, але я так впевнена, що ті, хто нас дивилися, ті, хто бачив сьогоднішній ефір, для себе щось нове почерпнули, і тим паче вже знають про навіть події, які будуть відбуватися зовсім скоро. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли, що принесли, розповіли дуже багато цікавої інформації. Головне, тепер багато чого запам'ятати. Тому що це таки правда, дуже багато. І мені здається, ті, хто дивилися, навіть для себе буде цікаво десь почерпнути якісь нові знання, щось спробувати, щось дізнатися більш детальніше. Ще раз вам дякую. Дякую вам, глядачі, що ви були сьогодні з нами. Не перемикайте, дивіться нас далі.